Всем привет, ребят. Ну что, будем сегодня продолжать трешечок. Решил паролить новые талантики для своих героев, которых я уже так более-менее докачал. Алтарь свой скоро сделаю, думаю, обзорчик расскажу, покажу. В общем, что у нас поменялось там за почти 2 месяца. Ну а сегодня мы будем, как обычно, тратить коробочки. Хочу сегодня вытащить выживание, если, конечно, повезет. Так, где там наш стрелок? Вот он. Поехали. Попробуем сегодня. Так, не туда зашел. Сегодня что-то интересное вытащить. 126 коробок. Поехали. Посмотрим на шансы, какие у нас шансы сегодня. Так, каменка. Ну, каменка мне никому не нужна. Ожог у меня уже стоит на всех ронинах. В принципе, которые есть. Так, ожива тоже не нужна. Орка. Еще есть пару героев, на которых можно талантики поставить. Опять ожог, ну. Когда не надо, он падает. Так, утекание. Давайте сейчас некоторым героям будем думать, что поставить еще дополнительно. Так, утекаха, утекаха. Кому интересно будет, так, ради теста. Так, вот утекание у нас уже прокачанное. Посмотрим, может, что-то с атакующих талантов упадет интересное. Ну, давайте сюда. Так, смертельный удар не нужен. Жесть. Ожогов, конечно, падает. Каменка. Плюс одна клеточка. Давайте тут вместо римки поставим, потестируем потом. Я посмотрю на дальность. Еще один ожог. Просто сегодня как-то нам прет. Так, грубая сила. Грубая сила. На кого нам ее вцепить? Так, 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 для сравнения. Ну, давайте тут поставим. Вы думаете, пипец, что он делает? Вот это называется тестовый сервер. Когда ты можешь нормально ресурсы добывать. Так, опять ожог. Что там у нас у душика стоит вторым талантиком? Сейчас посмотрим. Душик, душик, душик. Так, саморазрушение нам не нужно. Стойкость, к сожалению, на сегодня не айс талант вообще. Так, разбросик был. Тяжелый опять разброс не то. Бастиончик. Так, кому баст поставить ради интереса, так, чтобы было интересно на это посмотреть. Тесте в сравнении. Так, плюс одна клетка ремка. У меня с бастом не есть уже. Так, что еще такое интересное у нас есть на тест? Вот сюда баст поставим. Так, это не то. Бег. Так, ну где же топовые таланты? Как видите, шанс сегодня что-то не очень у нас вытащить.
Так, замедление тоже не надо уже. Падает именно тогда, когда оно не надо. Кстати, хотел сделать одну тему. Так, утекание не надо. Берс. Столько берса падает прям. Ууу, ремочка, ничего себе. Ремочка. Ну, а чем, кому мы ее можем поставить? Да никому. Ремок у меня тут валом. Давайте Вардаку поставим. Будем тестировать. Посмотрим, насколько пакт дает круче урон. Главное не забыть ток. Так. Саморазрушение. Опять ремка. Да что ты сделаешь-то, а? Можете написать в комментах, какие герои вы хотите увидеть на обзоре. Так, бог войны не нужен. Опять ремка. Жесть, короче, одни ремки падают. Так, у кого у меня там нету второго? Да, вроде все вторые есть. А, вот я хотел поменять. Сделать вот так вот сейчас. Ремочку поставить. Увидите потом зачем. Так, разброс. Смертельный. Каменка. Ну, как видите, что-то сегодня не прет. На топовые талантики. Как обычно, порезали шансы. Шансы выживания выбить. Или топовый талант с коробки. Ну, просто нереально. Проще купить. Хотя на китайке неплохо падает. Ну, ремок мы вытащили. Три штуки подряд практически. Так, ожог. Хоть бери, блин, Ронина вторым качай. Так, стойкость. Ну, еще одна ремка. Что с ним делать? Я даже не знаю. Так. Давайте будем Ронином ставить. Так. Утекаха пока не нужна опять. Возможно, вернуть архидемона с утеканием. Потом придется опять ролить утекание. Так, стойкость не то. Да, сегодня что-то ремки. Ремки и не более. Там священного огня, порочного пакта. К сожалению, как видите, просто нет. Баст.
Bust есть, тут мне нужен. Не знаю даже. Даже не знаю, честно говоря. То чувство, когда не знаешь, кому бастион поставить. Потом будет время, потестируем. Так, разброс. Ну, блин, где? Давайте до имбового таланта. Empower. Ничего себе, Empower. Ну. Пум-пум-пум-пум-пум. Empower. А кому этот Empower? Сюда смысла даже нету, в принципе. Поехали, меняем. Ничего себе. Гнев даже редко падает. Бег тоже редко падает. Так, еще один баст не надо. Замедление тоже не надо. Где? Вот вам, ребята, и шансы с коробок. Куча ожогов падает. Еще одна ремка. Мы это однозначно ставим Ронину. Оу, ничего себе, Витал Бум. Тоже не особо интересный талант, я вам скажу. О, ничего себе. Исцеление. Это было круто. Жалко, у меня утекахи нет. Кто у нас там такой мега-хиллер? Ну, это мы уже тестили. Даже не знаю. Некому, честно говоря, даже ставить. Поехали дальше. Ну что, у нас будет хотя бы одно СУ? Вот такие вот, ребят, шансы, как видите, получить там, например, Пакт, Священный Огонь, ну просто, я не говорю о новом таланте, нереально, шанс настолько маленький. Потом надо будет карты как-то пооткрывать, правда это долго будет, но зато будет весело. Еще одна Empower. Спасибо, HG. Кстати, корки давно не продавали. Очень интересно, почему ее убрали. Видимо, ее не сильно берут, что ли, но Аталантик-то имбовый. Кстати, затестить надо будет корку. Правда, я не помню, что у меня там на Китае. И новый талант. Думаю, это будет реально очень круто. И ремка в конце. Вот так вот оставим ее. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лепите лайк. Делаем топ-контент. Как видите, шанс выловить ремку сегодня намного выше, чем выловить, например, тот же самый пакт. БВшек мало падало, кстати.
Очень много ожогов упало и ремок. На удивление тоже немало упало. Все, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.